всем привет. У нас Максимка ужин. Обед. Иди мясо. Да, Максим? У нас целый тазик. Вчера была картошка, а сегодня мясо, да? Еда — это чудо. Пораньше зашел. Ну, я беда, жарко стало. Тут такие камни горячие. Да, Максим? Ой. Три татушки, три тата. Я уже чудо имелся. Да? Что-то быстро. Едим и худеем. Едим и худеем. Сегодня у нас мукбанг на море, да? А вечером будут шашлыки и грибы. Да? Ой, листы горькие. Да. Можем потом положить, потом зажарится. На солнце, да? Да. Камни очень горячие. Я все ноги зарезала уже. Куда?
угонов 10-15. Сколько? 10-15 угонов. А что такое было? Колонка. Колонка? Что? Куда здесь голуби, думаю? Чего? Думаю, куда здесь голуби? А это парень. Ну да. Так что мы сегодня весь день будем на море. Да? Уже собираем, что ты халыч. Что будешь халыч? Мясо положи, этого. Перец берем. Пробовал перец? Да. Мы не подумали. Нормально. Что ты еще? Я просто накрою, мясо бери. А ты что, сваливаешь? Ну я поел, я уже по чуть-чуть чем набивать. У меня два кусочка. Шметанки нету, да? Да, нету шметанки. Имбирь. Что, еще имбиря положить? Да, только съешь потом. Чайки летают. Чайки летают, они тоже есть хотят лети. Я не спорю. А на ужин что у нас будет? Горячая кукуруза? Да. Пахлава медовая. Налейте мне, пожалуйста, водичку. Сейчас, подожди. А твоя бедавка осталась еще? Кто? Газявка. Кто? Газявка. Какая? Газировка. Ну, да. Может, газировки набить, ладно, я попью. Да, стаканчик. Ну, наливай стаканчик. Мама, да где? Вот в палатке. Наливаешь, наливаешь. Она тут на солнышке лежит. Коньяк остался, нет? Там где-то был, а может уже закончился, не знаю. Черную воду не видишь ее? Mm-hmm. Она, наверное, сынок, закончилась. Я не пью коньяк. Там не стоять. Не налил водичку? Какие-то, да. Какой-то горячий. Мам, что по группе? А. Что? Ну, все. Чем? Ну, все, хватит. Чтоб не сгорело. Да. Вот, все. Спасибо. Летай.
Девочки, кто досмотрел до конца, вот оно море, вот оно мы, вот он я, вот мама, там отчим рыбу ловит. Мы находимся в Евпатории, позже выйдет видео на моем канале, там железная дорога, там Евпатория. Все классно, все прикольно. Лайк за просмотр. Хорошего настроения, самое-самое хорошее. Всем пока.